Друзья, еще раз вас приветствую. Оставил он своим самым преданным друзьям немножко сарделек. Хочу к ним зайти, проведать их. Также там взял спинок куриных. Что она мне там, женщина, это насыпала. В общем, не встретил по пути собак. Поналаживал им там в миске. Как назло, не было никого. Я не знаю, где они, друзья. Где они шастают, эти хвостики. Ну, в общем, оставил там им добрый след. Прибегут и будут удивлены приятно. Ну, посмотрим. Так. Привет. Я к вам пришел. Да-да-да, несу. Несу. Жаль. Здравствуй, Андреич. Наверное, опять на жужелке. Вон он. Опять. Шарик больной, да? Шо вы? Что-то он, да, после тех гулек никак отойти не может. Что, больше спать негде? А? Сейчас. Держи. 4 сардельки он, друзья. На. Раз. Два. Вот это побежало он. Да, шарик сейчас отойдет. Шарик отойдет, он. Ну, он на жужелке спит. То он обычно, друзья, залазит, он по лестнице к Андреичу и там прям в сторожке спит. А в сторожке Андреич топит, все ему там хорошо, благополучно. А это вот, видите, отдалился, он в жужелке спит. У него много, у них тут много мест, друзья, поверьте. Да, пришел их же проведать, да. Это са, ходил в церкву. Андреич, прости меня, если что было не так. Да, Бог простит, и я прощаю. Хороший дядька у нас. Да. Здесь Иваныч, да? А, да, и мы с ним сегодня увидимся. Треба там поехать и кое-что помочь. Шарик, иди сюда. Иди на. Не. В магазин надо поставить стеклянные витрины. Да господи. Шарик, иди на. Сардельки любят. Шарик, на. На, иди. Иди на. Че он зарывает там ту сардельку? Господи, вон он. Лазя. Шарик. Серый, иди сюда. То шарик. Да, зарывает. На черный день. Вот уже хитрец. А это он хватает, мадам. Не, это съела. Шарик, иди на, чтобы все было по чесноку. То девочке сейчас отдам. Ну, отдам девочке. На, кушай. Все. О, побежала сразу. Ага, отнесет она. Купил там еще у женщины этих самых, чей, куриных спинок, там собачейкам хотел отдать. Нету никого. Положил там и в миске, пораскидал, допишел. То обычно идешь, их там целые стаи. Как назло, и шел, никого нема. В общем, подкормил, наведался, друзья. Такие вот дела. Делаем маленькие добрые дела. И будет нам все это во благо. Зачтется обязательно.